Всем привет, ребят! Ну что, как и просили, показать вам, рассказать про питомцев, что, где, как, куда. Сегодня мы немножко покачаем моих суперпатов. У меня здесь их на тестовом аккаунте вообще нет. То есть есть только один, первый. С того времени я даже ими не парился, не занимался. У меня на основе там суперпаты прокачаны уже по максималке. А здесь обычные питомцы. Сейчас посмотрим здесь, половим, потом пойдем на основу. Я вам покажу, какие прокачки, что для чего, куда я использую. Так, суперпаты, поехали. У нас есть немножко эссенций. Попробуем. По сколько? По 10 каждого. Ну, давайте так, по 10 каждого попробуем половить. Начнем. Крока. Все, если мы не будем его использовать, мы будем получать снеки, то есть пищу для прокачки. Так, бул, ну, бул самый такой интересный на сегодня. Чем интересный, с помощью его сейчас на архе можно нормально набивать, плюс на PvP локациям тоже довольно-таки неплох. Так, теперь этих льдышек. Я даже не знаю, какого питомца. Если хотите качать, качайте. В принципе, они все нужны. Но надо их качать в первую очередь по левелу, потом качать им уже скилл, так как скилл у них там особо не меняется. То есть там стандартные базовые значения процентуалки идут, и особо заморачиваться над этим не стоит. Есть, конечно, мутантики. Мутантики более топовые. Так, кого мы там качали? Сову. Волчонка сейчас заберем немножко. Мутанты, это, конечно, кайф. Там статы увеличены, сейчас вы видите разницу. Поехали сюда. Посмотрим, что мы тут наловили интересного, немножко покачаем. Как видите, здесь у нас идет 4 созвездия. Первое стабильное, стандартное, это атака. Ну, даже есть замочек такой. Я раньше когда-то был, пробовал переролить, нифига не получилось. Остальные все статы, они меняются. То есть зависит, вот смотрите, 3 уклонения, в итоге мы получили плюс 1300 уклона. Самое основное, это то, что питомцы дают атрибуты вашему герою, то есть они усиливают статы вашего героя, это самое основное. Вот если взять при прокачке левела, видите, как статы растут, 108, 163, в полтора раза вырастает, то есть, ну, дальше уже чуть-чуть меньше, но прибавка реально конкретная. Вот сразу у вас прибавочка плюс 10, 560. Ну, посмотрите, сколько точности, сколько всего, какая прибавка у вас идет. А для скилла, сколько там у нас снеков? У нас 6000 снеков, можно, в принципе, их немножко подкачать всех. А для скилла надо еще книги. Книги можно получить за кулаки, можно фармом, то есть все ресурсы эти можно в кбшке нафармить, то есть это не проблема, надо просто долго фармить. Единственное, вам снеки придется дофигища получать, выбивать. На некоторых серваках, как немка, там все намного проще, на некоторых серваках их дают на халяву, очень часто их можно словить хотя бы по 150 штук на столке, это пока есть эта халява. Как видите, силы они тоже прилично так прибавляют. Мы прокачаем, это у нас все идут мутанты, то есть это улучшенная версия супер питомца, которая дает 4 статы. Дальше у нас идут обычные, у них 3 статки, но их тоже надо качать, так как скилл, я сейчас вам покажу, у всех, в принципе, одинаковый. Что мутант, что не мутант, скилл основной его, ну, одинаковые, то есть даже если у вас не мутант, он тоже классный. Единственное, что он даст вам меньше стат, но это, в принципе, не страшно. Силы с питомцев поднимаются тоже неплохо. Считайте, сколько там у нас их уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 питомцев. Вот. С каждого можно нормально получить. Ну, конечно, когда они прокачаны у вас на максималку и когда вы наролите
хотя бы плюс-минус топовое созвездие, сейчас покажу, это, конечно, космос. Это фактически усиление еще одного героя, как минимум. Так, ну вроде все, всех перекачали, теперь поехали дальше. Талантики, да, вот возьмем волчонка. Первый скилл, когда герой атакован, наносит 350, когда его герой атакован, наносит 350 дамага 4 целям, также снимает бафы и 55 энергии. Это реально круто для палакасы. Ну, мы сейчас пойдем на другой аккаунт. Вот мы улучшаем на второй левел. Видите, надо сразу же книжечки. Также понижает восстановление энергии для вражеских героев на 33%. Можно купить здесь, можно нафармить бесплаточка. Можно также нафармить командных. Здесь, по-моему, да. Вот по 200. Заодно немножко потратим. На всех питомцев я уже показывал около 10 лямов. Надо вот эти, ну, то есть, если в кулаках измерять, реально надо около 10 миллионов. Ну, то есть, так как оно у нас есть сейчас, вот у меня. Да, все правильно. А не, около миллиона, каких 10 миллионов. Около ляма. Или не, все-таки 10. Короче, слили все кулаки. Где там оно? Я, по-моему, я все правильно сказал. Оно так показало просто, не полностью. У нас же 10 лямов лимит. Да, 10 лямов кулаков лимит. Развели нас, короче. Ставили нас без кулаков бедных. Мне, по сути, кулаки сейчас некуда девать, они нафиг не нужны. Такс. С этим мы разобрались, поехали дальше. Поехали дальше. Это у нас обычные питомцы. Я их по чуть-чуть докачиваю. Так. Супер пэты. Вот для того, чтобы прокачать скилл, надо левел ему поднять, соответственно, и надо дофигища. Здесь пока еще мало, но, как видите, вот на третьей уже 23 книги. 12, и дальше доходит до 1000, там около 1000 печенек надо, вот 77, но видите, нижний этот не усиливается, усиливается только его процентуальное значение, то есть 435, и немножко энергия увеличивается. В итоге 5 левел. Если же мы пойдем на волчонка обычного, вот мы тоже ему усилим, то же самое, то есть скиллы у них абсолютно одинаково. У нас тут четверка, 33%, что там, что там. То есть, по сути, и те классные. Единственная разница, что суперпэты мутировавшие дают плюс одно созвездие, и статки у них увеличены в два раза. Сейчас попробуем найти. В принципе, мы сейчас пойдем на основу. Я вам сейчас там покажу, расскажу, где кого я использую. Здрасте. Не хотят менять нам аккаунт. Вкалываетесь. Ну, я буду сейчас выбирать, я не знаю, сейчас подумаю насчет того, какого питомца качать первым в потолок, потому что если вы начнете всех их качать, И не там толку не будет. Надо определенного определиться того, что вы хотите получить. Все питомцы классные, если особенно вы им наролите офигенное созвездие, на это может уйти на сотки около там 100, 200, 300, а то и полмиллиона самоцветов. Поэтому я думаю, 99% ребят этого делать не будут, потому что самого реально надо дофига. Так, что тут у нас бесплаточка. Так, отлично. Поехали. Ну, видите, у меня здесь ресурсов, у меня не хватает этих последних эссенций. Их можно фармить в КБшке. Так, поехали, супер питомцы. Ну, вот, допустим, волчонок, да, максимальные статки.
который он мне дает. Он отдает 20% от атрибута. В итоге у меня получается атака, да, у нас одна 5500. Вот 4 100. Это как-то оно так криво показано. А, это прибавка 20. Да, все правильно. То есть вы суммируете стандартную плюс прибавку. Получается у вас 20 тысяч и 20%. То есть пятая часть это как раз 4 тысячи. То же самое здесь. Там, допустим, у вас уклонение у меня тут 20 тысяч. В итоге получается 4 тысячи уклона 20%. Крит дамаг получается 30-40 тысяч. Делите на 5, в итоге получается 8 тысяч. А если же взять, давайте, атака, да, вот здесь атака 10 плюс 4 500. Здесь атака уже 15 плюс 5 500. То есть разница уже очень огромная, если смотреть вот атакующий... А, подождите, он у нас не докачан до максималку. Давайте кого-то другого. Вот 10 800, ну плюс-минус, видите, у них немножко, у кого-то больше, у кого-то меньше статы, ну в основном одинаковые, то есть там на 100, на 200 разница. Но это обычные питомцы, то есть 10 плюс 5, да, если судить по атаке. А если мы зайдем на мутировавших, тут уже 15 плюс 5, то есть 15 плюс 5 500, то есть порядка нормально прибавляет, плюс еще одно созвездие. Так, с этим мы разобрались, поехали теперь разбираться по скиллам. Этот питомец классный, использовали его на архидемона, он очень круто заходит на деф на битву гильдии и на PvP локации, так как он забирает бафы и энергию, плюс уменьшает набор. На PvP локациях он реально крутой. Сова, Радиант Хавк, герой, который снимает, вот, восстанавливает 1% жизни дружественным юнитам, то есть от максималки, в принципе, тоже неплохо, и понижает дамаг на 30%. То есть это офигенный тоже дефный питомец, реально крутой. Не знаю, мне он тоже очень нравится, я часто его использую. Львица. Когда герой атакован, наносит 405 дамага 4 вражеским героям, также обездвиживает их на 2,5 секунды. Ну, в это ставится на архидемона, на тыковку в первую очередь. Также дружественные цели получают на 9% меньше дамага. Это PvP-шный больше. Он урезает от хил, наносит, в принципе, офигенный дамаг 4% от хп. На архидемоне он тоже очень неплохо заходит, даже там с первым левелом скилла, то есть все, что надо вам качать в первую очередь по левелу, понижает на 75% от хил. Круто. Этот замораживает, плюс дает возможность отражения входящего дамага, ну, тоже классный, замораживает на 2,8 секунд летающую цель. Ну, этот я показывал его на архидемоне, сейчас топовый. Благодаря ему можно убирать химку и укрота свободно и без них добивать нормальный топовый дамаг. Вот, ну, в принципе, вот такие вот герои. Для каждого, ну, атрибуты надо качать. Чем больше вы выше прокачаете атрибуты, тем больше у вас будет живучий ваш герой. Что качать? Ну, если разбираться, крит урон, крит дамаг — это такое, что в принципе особо сейчас в игре не решает. Я показывал вам сборки. Самое интересное, что здесь есть, это ACC, это точность, accuracy на английском. То есть чем больше у вас точности, у вас питомец дает порядка 6к точности на одном созвездии, да, если взять мутировавших, вот у меня с уклонениями есть, да, 6200 уклона, всего лишь 6200, но если будет точность, вот точность 8, то есть одна точность на нем перекрывает 3 уклонения. Так вот, но если на герое есть дополнительно уклон, в итоге у вас может получиться дофига уклона просто, ну я не знаю, редко кто бывает пробивает. Ну то есть надо искать золотую середину,
Если у вас не будет точности, это не всегда хорошо. Если будет много уклона и не будет точности, ну, это бесполезный герой, я уже это тоже показывал. Поэтому надо что-то среднее выбирать. Вот если взять 21 тысяча уклона, точности мало. То есть если у кого-то будет уклон там 12к, он будет просто нисать. Да, по нем будет сложно попасть, если пойти там на подземке, выставить героя на подземке, он будет крутой, все дела, но ну, это я так образно имею в виду. То есть по нем попадать не будут, ну и он, если будет на PvP, кто-то с нормальным уклоном, он тоже попадать не будет, то есть он никого убивать не будет. А если там будет точность, хотя бы два созвездия на питомце, то его просто, ой, что-то я не туда напал. Называется «Восьмую кошмарку решил показать». Вот, то есть такие вот дела. Вы уже сами выбираете по созвездиям, что кому качать, потому что вариантов очень много под разные локации, под PvP локации. Ну, в основном желательно уклон качать некоторым, плюс точность. Если вы хотите для PvP, то лучше все-таки уклон плюс точность. Это самый такой оптимальный вариант. ХП нафиг не надо, крит, дамаг, шанс крита и крит, ну такое, я уже показал, оно того не стоит. Да, буст там обалденный, дамаг обалденный, но толку от этого не особо много. А, вот, ну уже каждый сам себе выбирает, ну видите, по нему просто миссует. 20к уклона, и ему пофиг, просто пофиг. Вы можете еще увеличить, да, там поставить, вместо, например, этого поставить... еще добавить, запустить его где-то в рейд. Если мы сейчас попадем на хорошего противника, вот даже нападем через Мэри, посмотрим. Если там точности много не будет, то будет вот такая вот примерно картина. То есть по нем миссают, ну попадают бывает, видите, вот Мэри попала. То есть на Мэри, возможно, точность неплохая стоит, потому что попадает. Ну, в большинстве случаев ему Мэри просто не страшна. Я показывал вам, как собирать Мэри. О, все-таки попали. Вот так вот. Герои с точностью. И вот этот вот весь уклон, который есть на героя, он до одного места будет. То есть качаете питомца на точность, на PvP локации, делаете ему уклон базовый, и этого вполне вам будет хватать. Ну, вот здесь посмотрите Зефир. Да, вот он по большой мере просто тупо не попадает. Ну, все зависит опять же от прокачек. Ну, вот вам он стоит, лисица бьет, там другие бьют. Ну, толку от этого землеройка особо нет. То есть все зависит уже от того, какие у противника будут статки. Ну, в идеале, конечно, точность плюс немножко уклона. Это будет что-то среднее оптимальное. В общем, вот так вот. Надеюсь, вам помог этот видос. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.